Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я снова ездила в магазин Лента и сейчас покажу вам свои покупки. Так, вот такая вот у меня была закупка, ну такая не сильно большая, больше, наверное, за бытовой химией я туда поехала. Значит, давайте начну отсюда. Купила капусту, у нас уже продается белокочанная «Новый урожай». Вот я взяла такой достаточно большой кочешок, мы любим ее в салат тоже. Ну, салат такой просто, капуста, морковка. Дальше апельсины, такую упаковку. Здесь у меня чеснок. Хотела на развес, я очень люблю, кстати, чеснок на развес брать, но что-то он там какой-то был, знаете, такой не очень хороший. Взяла вот такой. Яблочки, как всегда, красные. Яблоки у нас вот какие-то Молдавия. Вот такие яблоки. Купила дыньку. Она была со скидкой по 139 рублей. Это импортные дыни. Я, кстати, зимой иногда покупаю. Они, ну, такие сезонные, конечно, слаще, но эти тоже с удовольствием поедим. Так, потом вот такие актуальки. Вот такая лимонная. Очень, кстати, вкусная. У меня детки пьют, и муж тоже их любит. Две штучки взяла. Дальше ряженку. Простоквашино 3,2%. Потом вот такую активию натуральную я взяла. У меня вот эту активию натуральную муж в мюсли всякие добавляет. Он не любит у меня молоко вообще ни в каком виде, поэтому он заливает мюсли именно вот этой активией. И, кстати, получается вкусно. Дальше здесь сгущенка алексеевская. Я люблю такую вот эту именно марки сгущенку. И вот также вот такой вологодские продукты, вот такой творог 5%. И также вот такой в пачках пискаревский творог. Он, кстати, ну, это наше питерское производство. Он, кстати, очень вкусный, вот этот творог. И мы всегда его берем. Ну, чаще всего его берем. И в сырниках он вкусный. И так просто скушать тоже достаточно вкусно. Так, была скидка вот на такую активию, которая высокобелковая. У меня ее пьет муж, берет с собой в машину. Ну, когда там не успевает пообедать или еще что-то. Ну, бывает, я тоже ее ем. Вот такие разные вкусы беру. Мне, кстати, нравится вот этот вкус. С вишней и с маракуйей. А муж у меня любит с бананом. Так, увидела там новинку. Вот такой сметанный соус с грибами. Решила попробовать. То есть здесь сметана и грибы. К мясу и картофелю. Вот, кстати, его состав: сливки, грибной наполнитель, сироп, стабилизаторы, заквасочные микроорганизмы. Вот такой состав, мне кажется, неплохо. 13,5% жирности. Ну, в общем, попробуем. Не знаю, мне кажется, должно быть вкусно. Сметана с грибами, вообще это сочетание достаточно вкусное. Так, здесь у меня дальше помидоры. Вот такие взяла на ветке. Вот они по 120, ну, считайте, 130 рублей килограмм. Они, правда, маленькие такие, но красные. Дальше огурцы в упаковках. Сейчас, которые на развес, огурцы в Ленте, они все такие мягкие, не очень качественные, поэтому я их не беру. Дальше рис-гигант. Он очень вкусный. Если вы никогда не пробовали именно вот рис-гигант, я вам советую попробовать. В качестве гарнира он очень вкусный. Я вот всегда, когда вижу, его покупаю. И еще взяла вот такой рис, тоже вот эта националь марка, мне, кстати, она нравится, азиатский. Не знаю, чем он отличается от обычного риса, но решила взять, попробовать. Также соус, вот это сенсай, соевый соус классический, мы его обычно используем там для маринадов каких-то. Вот я покупаю большую бутылку, она стоит в холодильнике, там мясо замариновать или что-нибудь наподобие того. Также взяла бутылку вот такого вина. Сегодня у нас 14 февраля, мы так-то сильно не отмечаем, но с мужем, наверное, посидим. Маме нельзя алкоголь, а мы с мужем, вот, отметим, так сказать. Так, дальше здесь у меня вот такие хлопья, подушечки молочные Любятово. Любятово, кстати, тоже очень мне нравится фирма. Вот и печенье у них вкусное, и вот такие хлопья вкусные. Это я купила детям на завтрак. И вот здесь вот у меня еще вот такой Nesquik Duo. Очень любят у меня дети вот этот Nesquik, именно белый с коричневым шариком. Дальше здесь у меня орешки, пекан, мои любимые. Потом вот такие
такая смесь орехи и сухофрукты. И вот такой жареный соленый арахис марки Лента. Любимые батончики мужа и сына. А мне, кстати, из всех этих вкусов, которые продаются, очень нравится вот этот с белым шоколадом. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Они очень часто бывают на скидках. По-моему, в этот раз 35 рублей они стоили. Но я чек в конце вам покажу. Дальше. Я вам говорила, что в Ленте стоит печка. По-моему, вы мне писали, что он называется тандыр. Да, и делается вот такая лепешка. Я их купила две, но... Вот такая узбекская, да, из тандыра, видите, стоит она 29, ну, считайте, 30 рублей. Я купила две штуки и половину съела в машине. Ужас, но я была жутко голодная. В общем, она очень вкусная, я обожаю вот эту лепешку, именно вот эту. Это, я не знаю, для меня самое вкусное, что есть из выпечки, наверное. Так, дальше вот такие финские хлебцы. Хлеб вот такой заварной, лентовский. И... вот такой белый хлеб. Очень его люблю. Делён. Вот этот. Так, дальше купила наггетсы. Они тоже были со скидкой. Брошу в морозильник на всякий случай. Хрустящий. Здесь у меня купила горбушу. Вот она стоила 199 рублей. Но я чек тоже вам покажу в конце видео. И, кстати, мне продавец сказал, что горбуша у нас в Питере свежей ее не бывает. Она только из замороженного сырья продается. Но я все равно решила взять. И камбала. Здесь у меня две большие штучки. Дальше здесь фарш я купила домашние, две упаковочки маленькие. Также купила, что это у нас, корейку свиную. Две упаковки куриных грудок. Здесь еще кетчуп томатный. Сардельки. Два кусочка колбаски. Вот такая микоян. Вот. И вот такую купила пит-продукт. Вот такая колбаска. Вот. Два кусочка сыра. Один это голландский. Я обычно его использую там, ну, для запекания или что-то такое. Да? И еще был, еще взяла вот такой чеддер. Сыр полутвердый. Должен быть вкусно. И, конечно же, любимое наше сливочное масло Вкуснотеево. Так, дальше у меня здесь картошка и лук. И вот здесь вот всякая бытовая химия. Там, так, книжку. Ребенок принес две упаковки салфеток. Очень люблю вот эти салфетки лентовские, особенно за их вот эту крышечку. Дальше туалетная бумага, соки мультифруктовый. И два яблочных. Один деревенский яблочки, а второй обычный, вот такой яблочный. Также купила себе вот такие масочки. Я их уже приобретала. Ну, обычные неплохие маски. Стоят они там 50 чем-то, около 60 рублей. И взяла себе также скраб для тела, вот такой от Натура Сибирика. Средство для тела от Натура Сибирика мне очень нравится, поэтому взяла. И также взяла попробовать вот такой фитобальзам. Я уже не помню, пробовала я его или нет. Для тела от Чистой Линии. Хотела скраб от Чистой Линии, но его не было. Так, также купила освежитель воздуха. Очень люблю именно вот этот Glade. Мне лентовский, кстати, не понравился. Он, во-первых, ужасно пах. А во-вторых, он достаточно как-то быстро очень закончился, по мне так. Вот, и тоже Glade вот такой, с цветочками. Так, купила мой любимый кондиционер для белья, он мне очень нравится. И также там по скидке был еще вот такой вернель, тоже взяла. Так, порошок взяла Ариэль. По мне так все порошки эти одинаковые, я беру те, которые со скидкой. Корм для кошек, вот такой для стерилизованных. И вот такие пакетики Феликс разные набрала. И нам даже дали вот такой подарок. Котейке, я думаю, понравится. Так что вот такая вот у меня была небольшая закупка. Сейчас еще покажу вам чек. Итак, я переместилась в другую комнату, потому что вы говорите, что чек не видно. Так что, кому интересна цена, вы просто поставьте на паузу и посмотрите. Я уж не буду все читать цены, но я думаю, что так уже более-менее видно. Я приблизила как могла.
Вот, картофель, кстати, я эконом взяла, но он хороший, хорошая картошка. Вот. Так, вот творог наш этот пискаревский. Вот, кстати, масочки омолаживающие, вот эти 54 рубля, а вторая 55 рублей. Ну, они обычные такие девочки, знаете, не сильно там какие-то супер. Просто легкая увлажняющая маска. Неплохая. И вот скраб, кстати, да, вот почему я его взяла, вот этот Natura Siberica, он был, видите, со скидкой. Вот такое у меня получается сумма, 8881 рубль и... скидка составила 2500. Мне кажется, здорово. Еще тут мне всяких вот этих вот купончиков надавали, не знаю. 30% на пиво и еще какой-то на шоколад. Ничего интересного. И так как сегодня 14 февраля, я хочу также всех влюбленных поздравить с праздником, с этим. Напишите, отмечаете вы или нет. Мы с мужем на самом деле нет. Вот я купила бутылочку вина, мы с ним вечером, наверное, посидим немножко. И все на этом. Вот. И так как сегодня еще и четверг, муж у меня работает, поздно придет. И, может быть, завтра только сходим в кино. Я надеюсь, вам нравятся такие видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч!